Этот год для органов внутренних дел богат на праздничные даты. 215 лет со дня создания Министерства внутренних дел России и 95 лет со дня создания Ленского отделения милиции. К юбилейной дате в Ленске приурочили открытие музея полиции. Подробности у моих коллег из Алмазного края. Благодаря двум юбилейным датам, столетию Отечественной милиции и 95-летию Мухтуйского районного отдела, в Ленске появились мемориальный памятник и музей. Обе инициативы принадлежат Совету ветеранов МВД, которые решили увековечить имена своих сослуживцев и в памятных списках, и в экспонатах музея. Теперь вся история Ленского ОВД собрана в одном месте. Здесь есть и огнестрельное, и холодное оружие, полицейская форма 20-х, 40-х и 70-х годов. Досье всех начальников полиции за 95 лет и многое другое. Вообще идея создания музея еще родилась очень давно. И первые архивные документы для музея собрал Сергей Петрович Кондаков. Мы упорно уже работали по поиску информации, когда же все-таки была создана милиция в Ленске, в Мухтуе. И, значит, в одном из архивов мы нашли информацию, в частности, в Якутском национальном архиве, информацию о том, что милиция в Ленске была создана 20 октября 1922 года. С историей правоохранительных органов будут знакомить школьников и студентов. Это расширит перечень мероприятий по профориентации, которые проводятся личным составом отдела. В планах – пополнение экспозиции музея и ведение поисковой работы. Марина Крутихина, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край».